В арт-галерее «Централь» открылась выставка «Море цвета», подготовленная преподавателями Приморского краевого художественного колледжа. Совершенно другой вид настроения, когда ты идешь выполнять свои профессиональные обязанности учить. И другое дело, когда ты рисуешь, когда твой творческий полет, какие-то мысли, какая-то идея реализуется. И вот колледж – это та ситуация, когда, ну, в общем, это решено. Здесь художники разных поколений, здесь даже есть представители династии. Выставка художников-педагогов представляет более 50 произведений авторов разных поколений и дает возможность познакомиться с интересным срезом художественной жизни. Здесь наблюдается настолько профессиональный подход, и это, безусловно, не может не радовать, потому что мы видим, какой опыт передают педагоги своим ученикам. Какая картина больше всего понравилась? Мне оставило такое неизгладимое впечатление картина Анны Головановой «Море желаний», не только благодаря технике, в которой она выполнена, и игры цветов представленных, но и благодаря такому тайному смыслу, заключенному в ней, я думаю, что каждый человек может подумать на эту тему и найти для себя какие-то ответы, может быть, которые находят отражение только у него. Работы приморских мастеров ярко демонстрируют одну из особенностей живописи Приморского края – особое отношение к цветовой гамме. Этому способствует специфика окружающей среды, возможности и внутренний позитивный импульс. Отсюда и название выставки «Море цвета». Очень замечательно. Весна, все распускается, и нам не хватает сейчас света. Света и цвета. И вот это мы с лихвой компенсировали, посмотрев на эти замечательные картины, узнав больше о художественном колледже Приморского края. Очень ярко, очень многообещающе. Я надеюсь, что в будущем будет столько же, ну, большое количество выставок, и что мы сможем полноценно увидеть стиль каждого преподавателя в еще больших масштабах. Очень талантливо. Ребята, и чувствуется, знаете, у них душа такая тонкая, легко ранимая, и они видят немножко мир по-другому, чем мы. Также на выставке можно увидеть широкий спектр жанров и форматов, в которых сегодня работают преподаватели колледжа. Анна Дьякова, Олег Завялов, новости на Восьмом.